Камушки. Камушки? Всем привет! С вами канал Артмания. Ой, ветер сразу. И моя семья. И ветер сразу. Находимся мы в Отрадном. Приехали на 2 дня. Походить, погулять, по магазинам походить. И съездить кое-куда. А куда, вы узнаете потом. Секрет. Хотя ты эти секреты уже не раскрываешь очень быстро. Ты любишь на камеру, вернее, за камерой поболтать. Начинаешь. И понесло тебе. Поэтому кто нас сейчас смотрит, наверное, уже знает. Вот там такое здание есть красивое. Это что за здание, Жень? Там налоговая инспекция. Налоговая инспекция. Хотя очень красивое. Ну, раньше был, сейчас. А, раньше был? Не, может и сейчас. Я просто раньше видел. Там вот мы идем какие-то камушки. Да, смотри, как они интересные. Пусти, Жень. Вон они как. У каждого дерева дорожечка идет. Да, камушки там. Это, видимо, там грязь была. Каша, наверное, была на дороге. И машина, когда проезжала, эта каша отлетала. Видишь, как интересно, смотрю, около дерева такие дорожки. Классно так. Там вон торговый центр. Гранд. Гранд? Да. Да ведь? То я уже давно не была здесь. Аж, по-моему. Ну да, с прошлого года зимой мы с тобой ходили что-то тут. Летом я не помню, приезжала я, нет? Этим летом. Да. А, приезжали, да? А, ну да, что-то. По Отрадному-то мы. А, нет, гуляли немножко по Отрадному, да. Гуляли. А, да, точно. Я что-то думала, что я позапрошлом году купила. Здесь распечать еще стоит. У нас, кстати, в Самаре меньше стало значительно. Жень, а вот это дома, что такое с елкой? Тоже налоговая? Администрация города? А я думаю, у вас в каким-нибудь белом доме, как у нас. Вот он, Гранд. Там Пятерочка, Фиг Прайс, Карри. Туда тоже я потом скажу. На обратном пути. А сейчас у нас сегодня праздник с Женькой. У нас праздник сегодня с Женькой. А в комментариях вы напишите, какой. У нас может быть праздник с Женькой. Каждый год мы его празднуем. 4 января. Да, видео выйдет чуть-чуть позже. Потому что смонтировать я не могу сейчас. Только буду снимать. Ой, Женя. Я ж упаду сейчас так тут. Вот он такой. Там пустырь с той стороны, там рынок. Не знаю, кстати, ни разу на нем так не побывала. Какие дома. Новенький. 2 года, наверное, стоит. Около года он строился. А там за ним, смотри, еще один, по-моему. Или покрасили просто, или что. Какой-то новенькие пойдем, дома. Туда. Ну пойдем. Пойдем туда, да? Пойдем туда. Ну да, я первая. Мне снимать эту твою. Твой зад. Зачем? Ну, тут я еще не была. Везде, по всем дорогам мы прошлись. А вот здесь вот мы еще. О, да люди, детей, тут горка. Во дворе прям. Класс. Класс, катаются. А там что? А там садик, что ли, да, Жень? Смотри. Там что-то... Какие-то странные фигуры.
все иголки. Хорошо, вот как заледенело. Я помню, как мы в детстве делали во дворе горку. Влог кто смотрел про Литарское? Я показывала там. Тоже мы помним ведра. Я на пятом этаже жила. Ведерко там литра два, наверное, в нем было где-то так. Побольше, может. Не, ну побольше было, мама мало наливала. Сбегаю, мам. Водички давай, ведерко. Зачем? Ты пить хочешь? Нет, мы горку делаем. А там были еще нас старше. Двое. Там брат с сестрой. Сестра была еще старше, там ей лет 18, наверное, было. А нам лет по 7, наверное, где-то так. Младше, может, да. Да, где-то так. Смотри, какой кот пушистый. Где-то там. Пушистый-пушистый какой. Ну, какой пушистый. Холодно, он распушился весь. Вот. Мам, что делать, горку? Ну да, а какую тебе воду, помню, он спрашивает. Какую тебе воду, горячая или холодная? Ой, говорю, а я не спросила, не знаю. Она, видать, просто спросила, знаю я или нет. Ну, какую-то там налила. Горка что-то... Она над горячей, что ли, по-моему, налила. Или тепленькую. Горка там, ямочка появилась. Говорит, холодную меся. Опять, значит, на пятый этаж бегу. Холодную давай. Да сколько же можно? Я же тебе уже дала. Налила мне. Мам, что так мало? Ведро целое наливай, я донесу. Вот, я помню, мы там с детьми... Сколько у нас? 3-4, человек 4-5 вот так воду носили. Классную горку такую сделали. Она ледяная была. А делали ее вечером. А с утра она ледяная была, классная такая. Сейчас там заборчик стоит, а раньше не было. И мы прям скатывались и упирались ногами в подъезд. Прям до подъезда, пук. И там бабушка выходит. Ой, а вы на горке катаетесь, да? Да, 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 тетя Маша, на горке. Ой, молодцы какие. Я помню, и катались. Класс было. А потом снег пошел. И, по-моему, потеплело, может, что-то. Недолго катались. Ее прям, я помню, взрослые девчонки ее прям делали. Какими-то прибивали. Не просто спалили на снег, а прибивали ее сначала долго. Какими-то лопатками. То есть не абы как. Чтобы она была ровненькая. По-моему, один год так было. А следующий год они уже не захотели. Мы что-то с детьми там. Сами ее там как-то пытались. Я помню, что тогда, вот, говорю, мам, хорошо бы шланг, говорю, большой. Говорю, с крана подсоединить, говорю, ее прям полить в горку как следует, чтобы все ледяное было. Вот. Пошли мы кушать пиццу. 4 января мы всегда кушаем пиццу, а тут закрыто. Шли на разведку. А ты помнишь, вот адрес-то ее? Давай в какой-нибудь любой кафе хоть зайдем, выкусим. Нет, я в любой не пойду. Я ехала пиццу кушать. Приехали мы на автобусе в Панду. Кафе такая есть, мы в прошлом году здесь праздновали. Это наш праздник. Хотели вызвать такси, а муж забыл номер такси. Код города не знает. Прожил тут столько лет. Не знает. Приехали мы в Панду. Тут пиццерия. Мы уже были здесь. Там будет фотки сделать. Сейчас мы посмотрим. Побежал, голодный. А вот где у него вход, я не знаю. Что-то уже не помню. О, здесь лампочки. Надо лампочку посмотреть тут. А, вот тут, по-моему, вход, Жень. Вон, дверца. Зашел, а кроме меня не было. Энергетики? Все другие совсем. Что-то
так много народа, а здание маленькое. Елочка тут. Короче, сходили мы в Панду с Женей, пиццерию. Ну, там не только пицца, суши там, и гамбургеры, чизбургеры. Покушали, очень понравилось. Почем была, Женя, одна пицца? 359, что ли? По-моему, 35 сантиметров 359, а 30 сантиметров 200 там. 280, что ли, не знаю, короче, разница там в чем. Вот, в принципе, принесли его линейкой, наверное, если только мерить. Принесли в коробках, не на тарелке, как положено, вроде кафе. Принесли, ну, там фотографию я сделала, в конце ролика увидите. Как-то из коробки есть, как бомжатники. Дома этого на тарелку положишь. Видимо, посуду мыть им не хочется, лень. Коробки удобнее. Вроде им сказали, что мы не с собой, а там будем. Приборов не дали, надо говорить, если тебе надо. Вот, напитков толком нету. Холодильники там только какие-то были. Холодные, зима. Еще холодные. Муж сходил в магазин, купил. Ну, в принципе, там прям так спокойно говорят. Мол, идите в магазин, покупайте, какие хотите. То есть в некоторых местах запрещается, а у них нет. Пожалуйста. Разрешается. А, взяли не гамбургер, Жень, как он называется? Чизбургер, что ли? Чизбургер какой-то, он недорогой, но вкусный, вкуснее, чем в Макдональдсе. Внутри какие-то... Сейчас на себя переведу. Внутри какие-то сухарики, там мясо, сухарики, лучок прям такой, очень вкусный. Мне очень понравилось. А в Макдональдсе какие-то обыкновенные такие, простые, там просто мясо, что-то. Это вылазит соус какой-то, а это прям вообще такой вкусный, так понравился. Ой, сейчас меня придавят. Там он что-то 160 с чем-то стоил. А все вместе у нас получилось около 900 рублей, наверное, где-то. Если мы сейчас пойдем прямо, то выйдем к Иконову. Надо тебе туда? Да, мне надо все магазины, Жень. Мне надо Фихпрайс, Карри, в смысле Фихпрайс, Гранд, Атмосфера. Атмосфера, потом... Эконом мне тоже надо. Ну, сейчас вот прямо туда пошли. Давай, пойдем. Пойдем мы в Эконом сейчас. Людей никого нету. Смотри, ты эконом, атмосфера, марафон и этот какой-то. Какой марафон? Икари. Ой, не марафон, а Сархан. Сархан, да, мне тоже надо. Как раз все магазины. Люди стоят, смотрят на меня с камерой. Идешь с камерой, на тебя смотрят. Да, сегодня мы по магазинам собираемся, поскольку сидишь дома. Не можешь выйти в магазин. То, конечно, тут стараешься выйти по магазинам, пройтись. И Фихпрайс, кстати, сегодня пойду. Но, скорее всего, обзор, наверное, буду делать уже дома. Здесь бывают всякие залежалые вещи. Всякие вещи залежалые можно найти, которые, допустим, продавались год назад. Ой, там Женьку видно. Ой-ой-ой, где ты? Где-то тебя было видно, Жень. Во-во-во. Вот, допустим, которые вещи продавались год назад. Их можно найти здесь в Атрану Фихпрайсе. Или 2 года назад. То есть это не неожиданно, но приятно. Ищешь, ищешь, находишь. Ну, здесь народу мало очень живет. Город небольшой. А какая у вас численность людей, Жень? 50 человек, что ли? 20? Около 50 человек, тысяч человек. О, пойдем там. Там рябинка какая. Весь дом симпатичный. Ну, конечно, если блогер здесь заходит с камерой, направленной на себя, это большая редкость, наверное. Хотя, не знаю, есть в Отрадном здесь блогеры? Наверное, должны быть. Здесь рябинка красивая. Уже камеры все мокрые. Ну, какая классная. Дом красный, главное, смотри. И рябинка. Ах, какая красная.
Да, я салфетку стащила. Зачем? Блин, хотела в рот вытереть, взяла салфетку. Значит, сижу про себя и думаю, блин, даже салфеток у них нет. Потом смотрю, торчат вот эти голубенькие такие, думаю, класс, салфетку, сейчас возьму. Ее беру, короче, она красивая. Переворачивают, еще красивее. Покажу потом вам. Мне что-то так жалко стало, я сразу вспомнила, господи, как же он называется-то? Там Искрабукинг, что ли, как она, где салфетки прилепляют на клей каким-нибудь этим шкатулкам. И я думаю, можно так в кафе ходить, собирать так салфетки, а потом прилеплять, но я не занимаюсь этим. Нет, не мое это. Так, салфетки интересные, я люблю. У меня была, вернее, собираю периодически коллекцию салфеточек. Ренька, а тебе понравились пицца? Ну иди сюда, это не вижу. Я бы еще съел. Еще съел? Это на мою намекаешь, да? Я не доела там пиццу. Я хотела сначала пиццу съесть, а потом гамбургер. А мне сначала гамбургер принесли, а пиццу потом. И, конечно, я уже была сытая. Еще дома 3 конфетки съела. Конечно, я была сытая. Не, это не до пиццы. Красиво, смотрите. Снег идет. Какой? Мы ходили как по весне. Где? А, вон там. Еще с камерой зашли, она запотела. В прошлом году зимой я снимала, но что-то оно у меня вроде не потело. Хотя, не знаю, я не снимала внутри никогда. Я думала, они как-то обработаны, стекла их мне, чтобы не потели. Она запотела. Фотоаппарат взяла, хотела сфоткать пиццу, она фотоаппарат запотел. Подождать пришлось. Что не сделать средство, так брызнул в камеру, протер тряпочкой. Наверное, есть должно быть. И куда ты меня вывел? Что-то я тут не пойму такое. Ой, помнишь, тот магазин? Ты хочешь, у меня на шпагат сел. Какой-то диск покупал. Где? Да вот в этом магазине. В этом? Да. Я первый раз его вижу. Да какой раз в магазине? Я диск покупала не здесь. Я покупала в другом месте, там, дальше. Там еще... качество. А вот помнишь, этот трейлер? Вот, мультик там... оказался плохим. Вот обидно так. Все там квадратик было. Здесь ты купил. Нет. Я потом пошла туда ругаться, а они съехали. Вот, они взяли, съехали, их не было. Ну там и время прошло, не так часто ездили. Поэтому опасно покупать в других городах. Здесь что, торговый дом Южный. А что в нем есть, Жень? Ну, ладно, он есть там. Лампочки есть? Мне лампочки нужны. Давай зайдем, посмотрим. Ну, сейчас у меня вспотеет. Давай. А я не хочу. А здесь киса. Здесь киса, смотри. Какая красивая. Там магазин какой-то. Ну ладно, пошли. Не хочу. Сейчас мы время потратим в какой-то магазин. Но мне надо еще кучу магазинов обойти. У меня есть столько дел еще. У меня сегодня шопинг, а ты? Ага. Подходим мы к монете. Монета, что ли, называется? Жень. А сейчас? А, экономика. Копейка, а я монета. Копейка называется. Раньше называлась Копейка. Там куча всяких магазинов было. Торговых центров. А сейчас монета. Нет, не монета. Эконом. Да? Эконом, точно. ДНС там какой-то открылся. На первом этаже Магнит. А на верхнем этаже были... Был, по крайней мере. А одежда, я помню. Детский магазин большой. Правда, он дороже, чем в Самаре. И сотовая связь, там Мегафон, Билайн, еще какие-то там несколько их было.
Сейчас посмотрим, что там на данный момент у нас. Ну, внизу магнит, наверное, также остался большой. Где? Не вижу фуру. А, вон, вот. А я туда смотрю. Это, значит, фура пришла, то есть, это, значит, слежки в нее сейчас будут вот так. Что-то она пришла в середине дня прям. Желтый. Так на желтом не видно даже ничего там. А чего там, жемчуги? Море мечты. Это луна. Нет, вон написано море мечты. Это может быть какой-нибудь это в виде игрушки. Останавливающий какой-нибудь типа на желание. А, ну то есть видимая сторона, вы видим. Вот это видим. Море восточное. Ну, конечно, купить карту какую-то, типа, наверное. Он там с животными прям. Ну, там есть невидимая сторона, что мне, в принципе, нахрен не нужно. Что за невидимая сторона? Ну, сейчас сторона лопа, не видно. О, машина. О, такой вот. Правда, денег. Сколько он? 16 тысяч с половиной. Стоит вот такой вот. Ты не хотел такой? Нет, не хочу. Нет, себе в детстве ты не хотел? У меня были такие, не всегда. Вот ванную играть. Цены, конечно, какие. О, машинка. 24 тысячи с половиной. Я помню, в детстве ты хотела такую. А он наборчиками. А он утюжки. Классный набор. Как раз прям такой это. 527. Проще, по-моему, самим такой собрать. Губ, совочек, щеточка. Ну, тюбики там. У нас только прям обязательно. Набор врача. У меня был такой. 408. 483 побольше. Прикольно. В общем, красный только. Тут большими наборами. Красивыми, вернее. 968 там. Фен. Вообще, утюжки хочу купить. Утюжки. 182. А в фикс-прайсе 200 рублей стоит. 182, 135, хотя там, кстати, по-моему, на батарейках, здесь, не знаю, на батарейках он или нет, чужок, не знаю, что тут, 3 лет, на 3. Это-то-то, не знаю. 135. Что там там повесил? 135. А, он 32 рубля вообще, чувак. Самый обыкновенный. Самый простой. Полный утюжков. Лопатки здесь, ванночки, часы,
Нет, они бездейственные, что ли? Они бездейственные. А, или нет? Приклеены, значит, просто. 251 рубль. Весьма интересно это. Вместе с чем-то. 460 рублей. Напоминают игрушки совсем. Посудка тут. Разинчик. Ну, по-моему, выдали. Что тут с камерой? Детские наборы. Картошечка. Даже тяжелая, кстати. Девяносто два рубля. Не мягкие. Стемнело, смотри. Женька уходит. Женька пошел. Пошел. Короче, были мы в этом мир игрушек, по-моему, что называется. Мир. Не детский мир, а мир. Или мир детства. Ну, что-то с миром, короче, связано. Ой, цены такие бешеные. Дороже, все гораздо дороже, чем в Самаре. Ну, некоторые вот эти вот игрушки, вы там посмотрели, такие вот пластмассовые. Не знаю, я в детском мире такие не видела. У них какие-то они особенные, но они немножко есть подешевле. Вот, также смотрела утюжок. Утюг есть в фикс-прайсе, он стоит 199 рублей. А там можно найти за 80 чем-то. Ну, самый обыкновенный, без батареек, по-моему, я так поняла. А в фикс-прайсе там с батарейками, ну, не помню, что он там пищит, наверное, просто. Навряд ли он там греется. Ну, по этим игрушкам в какой-то степени я вспомнила свое детство, где они тоже такие были бедненькие, розовенькие. Такое приятно очень. Спасибо. Вас тоже. Так, теперь идем мы в атмосферу. На втором этаже здесь бутики всякие, мы туда не пойдем. Там всякая одежда дорогая. Мне она не нужна. Там долго очень ходить, муторно все, это очень мне не нравится. Гораздо проще в Самаре сходить и посмотреть. Определенные там есть в Самаре определенные мои магазины, которые я люблю. Мне гораздо проще в них сходить, чем ходить по этим бутикам. И что там, ну, время, короче, тратишь очень много. Ну, здесь, кстати, тоже в Атранове есть мои тоже определенные магазины, которые мне нравятся, которые я люблю. В которых тоже бывает иногда эксклюзивная одежда. Красная будет 125 бумажная. Кусочки нет.
смотрю постельное белье. Там парень подошел, говорит, а постельное белье, дешевки не надо? Мне ничего не надо, брат. 1700, офигеть. Мне надо... А, лампочки. А, диодные, да. 11 ватт, а мне надо 15. Как раз. Куда пошел? Так, что мне надо? Мне надо... Надо. Что осталось? Это 8 сантиметров на попад головы. Контейнер большой. Не столько. Телефон. Как-то красиво сейчас. Вот, в принципе, как я и говорила, их уже там давно нет. Они здесь есть. Вот такие вот.
чайки, я две штуки забрала. Классно. Так, попал мне две штуки, есть или три уже. Мороженое не просто фигня. Хочу себе нож купить. Наверное, купила такой вот. Шутка. А, нет, нет. Ты прям среди елок офигенно смотришься. Пойдем вон там меня. Что, тебя сфоткать там? Давай среди елочек. Я тебя сфоткаю. Такое не могу. Вот тебя сфоткай. Что, сфоткать? Будет классно фотография. Я ее распечатаю, если что. Мебельные пошли? Да, домой пошли. А я думала, мебельные. Как называется торговый центр Гранд? Гранд. Были мы в фигпрайсе. Я вам поснимала в фигпрайсе. Что там есть? Что-то вообще мало чего взяли. Но здесь есть еще один фигпрайс. Завтра я пойду в другой. И наверняка еще что-нибудь там найду, чтобы вам провести январский обзор. Хотя, честно говоря, с каждым разом я чувствую, что там что-то все совсем другое, что сложно купить что-то. Вроде все есть уже, что ли. Не знаю. Памятник показать, а что? А ты что подумал? Его, правда, не видно тут нифига. Здесь вон торговый центр Гранд. Строился он. При мне строился. Вроде в фигпрайсе куча всего. Ну, не знаю, что-то брать мне нечего уже. Все есть, наверное. Надо ходить, наверное, реже туда. Или дорого бы стало все. Снежок какой. Женька ползет. Елочка. Ладно, пойдем мы домой. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И моя семья. Женька, скажи пока. Пока.
Пока. We'll be right back.